Приднестровье завершается отопительный сезон. Завтра в 8 утра специалисты начнут отключать котельные. Батареи остынут в жилых домах, больницах, детских садах и школах. В этом году, как и в прошлом, сезон длился дольше обычного. Весна была холодная. Сейчас, наконец, тепло, и в квартирах последние дни было по-африкански жарко. Завтра отопление отключают. Как вам такая новость? Ну, хорошо. Можно было и пораньше. Это жарковато. Кому холодно, у кого маленькие дети. Вот. А нам бы как бы можно уже и выключить. Надо было раньше выключить при такой жаре. Отопление отключают. Как вам такая новость? Да, нормально. В принципе, уже тепло. Поэтому все в порядке. А вы понимаете, почему затянули отопительный сезон? Потому что холодно было. Правильно сделали? Ну, да, было прохладно. Весь апрель было холодно, поэтому... Пора уже отключать. Считаю, что да. Уже жарковато. Очень хорошо, потому что невозможно спать по ночам. Уже жарко в квартире. Я живу на 9-м этаже, и там нереально спать. Поэтому только за. Мы спим с открытыми окнами. Это получается, что они греют только улицу. Нам на руку, потому что мы делаем ремонт, и нам нужно поменять батареи. Поэтому мы очень ждали этого закрытия сезона отопительного. Почему продлили отопительный сезон, знаете? Ну, связано с коронавирусом все у нас, чтобы люди не болели. Холодно, прохладно было, все-таки морозы были, такие небольшие, но были. Правильно сделали, что продлили? Конечно, правильно, спасибо им. Отопление отключают? Хорошо, на улице тепло, можно отключать уже.